Видеть мужчину в магазине ткани немного непривычно. Валентина сюда направила отнюдь не жена, а решил сходить сам. Купил новые шторы, говорит, пора вид обновлять. Да и здешнее качество ему нравится. Нормальный ассортимент, приятно. И цены нормальные, сходные. Пусть почаще приезжает. Выставка продажи ткани приехала в Рязань 14 марта. Ассортимент на любой вкус. Тюль, вуаль, органза, портьерная ткань и даже турецкая сетка. Цена, говорят продавцы, от 100 рублей за метр. Также в ассортименте есть постельное белье, подушки, одеяло, покрывало. Качество покупателей устраивает. Да, замечательная выставка. Вот когда ее объявляют по телевизору, я все время сюда хожу. Внука накупила, сына накупила. Себе накупила. Сейчас опять взяла, опять с подарком для себя. Очень хороший товар. Особенно вот простынный материал, я обычно беру простынные. Во-первых, качество хорошее. Во-вторых, они прям вот красиво смотрятся, они красивые ткани. В ассортименте есть готовые кухонные шторы от 300 рублей. В продаже есть также шторы Blackout. Их основная особенность в том, что они не пропускают свет. Ткани от турецкого производителя можно приобрести в выставочном центре АК по адресу улица Есенина, 80/1. Режим работы с 9 утра до 18 часов вечера. Пенсионерам скидка 5%. Выставка-продажа будет работать по 19 марта включительно.